Ребята миленькие, итак, вот Савеловский вокзал, о ком писали все газеты. Вот он, красавчик. А я его по больницам ищу, по моргам, блядь, ёпта, его лопатой хуй пришибёт. Ну, нормальный, чистенький, более-менее. Ну, расскажи, Валер, хоть что-нибудь. Ну, а чё? Вот когда ты приехал, меня в этот же день выписали. Не, это прошлый раз, а вот сегодня как-то... Когда-то вы сказали, что ты уже 2 дня здесь. Нет, сегодня в больнице не был. Ну ты сколько, 2 дня уже здесь, да, на Савеловской? Да. А сколько там пролежал? Тебя же до Нового года, по-моему, да, положили? Да, практически до Нового года. Нормально. Я бы мог задержаться, если захотел. Но мне хочется было к вам. Да это понятно, что тебе охота на совок. А тут люди, вон, денег тебе понаскидывали. Я хотел уже это... Сейчас бы еще минут... Это хорошо, ребята сказали. А я сейчас хотел в магазин идти, думаю. Сигареты, как всегда, в это, в чай засуну, блядь. Туда-сюда. Хотел к тебе ехать. На Соколинку туда. На 5-ю, на 8-ю Соколинку. Ну вот, ребята, жив-здоров наш космос. Выглядит более-менее прилично. Так что, кто хочет ему помочь, помогаем. Карта в описании стоит. Сигареты есть. Ну, только здесь, наверное, не курить. Пойдем наверх туда, покуришь. Вот сюда. Ай? Вот сюда поднимемся. Ну, пойдем поднимемся. А Любка тебя сейчас видела? Кто? Любка. Мышка. Сейчас прямо нет. Ну вот, минут 5-10 назад, нет? Не, минут 40. Мы послали за тобой ее. Минут 40. Ну ты уже сегодня употреблял, да? Не, ну а чё? Выпил я. И... Зажигалка есть? Виноградочка запил. А, водочки выпил, виноградочка запил. Ну, стандартный набор, блин. Сигареточкой закурил, да? Ну да. Ну вот, ребята, сегодня день у нас богатый на посещение, ребят. Еще волка видел там на Новослободке. Ксюху, волка. Да. Хохол, Сережа, Ксюха, волк, Оля. Ну чего, с документами нихера ничего не придумывал. Не подавал, ничего, не ходил никуда, да? Так мне уже сделали, я опять проебал. А, опять проебал? Ёпта твою. Ты куда-нибудь положил бы, ментам бы отдал их, нахуй. Так я сестре сказала, я говорю, забери его. С сестрой не общаешься никак вообще? Краями, да? Да. Там, короче, муж. Выебывается, да? Ну, не выебывается. Интриги плетет. А что, какие могут быть интриги? Ну, свое слово сказал. Сестра ведет. Ну, понятно, да. Я пытался к ней добавиться в одноклассники, в друзья, но она что-то не принимает меня. Хотел поговорить с ней. Если хочешь сейчас это, вот до 10 минут видос снимем, это, если хочешь, позвони ей. Не будешь звонить? Не звони. Я понял. Эту, Кольку Лысого, нашли меня через интернет, родственники его.
Коля Лосев еще не был. Не, я понял. Он вон сидит там на этом, на дальнем выходе. Там Люба, Коля, Саня Бомжик, этот, Димка без зубы, Маня. Да, все нормально. Да, за ним сегодня, ну, завтра, послезавтра, короче, приедут родственники, заберут его домой. Да дай бог. А я сегодня, не поверишь, Космос, это ёбнуться можно. Маэстро сегодня 50-й день не пьет. Никто не верит, все, да ну нахуй, ты, наверное, там под солями, под хуями, блин. Нет, кстати, мне, знаешь что, Длинный Валера говорит. Олег. Олег. Да, да. Что ты даже бухать не стал. Да. Вот я его видел позавчера. Блин, ну бодренько более-менее ты выглядишь, нормально. Не, ну, Сань, сколько там, недели две, наверное, да, в больничке был? Меньше. Сегодня хотели меня взять на работу, блядь. На работу куда? Хуй его знает, там на кирпичный завод? Таскать, блядь. Я говорю, ну куда нахуй? Потащусь. Там пиздец, все охуевают, смотрят на твою фотографию в этих, в одноклассниках. Да ну нахуй, это Валера, что ли? Не верим. Красавчик там такой, в очках, побритый, с сеструхой в обнимку. Вот так вот, ребята, жизнь меняется. Санька, купи еще. Ты заебал, я тебе говорю, люди денег тебе именно скинули. Распоряжайся, как знаешь. Только не нахуяривайся, давай купим там, я не знаю, что. Сейчас я схожу. Ну, да. Сейчас еще 3 минутки, подожди, расскажи что-нибудь. Давай что рассказать. Короче, на Соколинку отвезли. Ну. На Соколинке, короче, подумали, что у меня спит. Оттуда увезли 70-ю больницу. А где такая? В сторону Пирогова. Туда отвезли, проверили. Хули, говорит? Будь здоров. Вытри нос. Чего вы, говорит, сюда, говорит, привезли? Он говорит, здоровее быка, блядь. Ну и, короче, меня выкинули 2 дня. Ну так, кололи. Ясно. Ну, слушай. Самое главное. Респект всем и уважуха. Всех тех. Ничего, Саня. Кто не забыл меня. Ребят, я вас всех помню. Мне очень приятно общение с вами. Ну да. Переживают там за тебя, переживают. Спрашивают, вот, а если там, ну, скинемся там на билет туда-сюда, там, на документы, это, в Мордовию, а там на что ты жить будешь? Тебе надо пенсию, инвалидность сделать какую-то или что-то она. На что ты там жить будешь? Уже 13 часа готово. Документы? Или что? На инвалидность готовы документы? Ну вот, хоть это, чтоб пенсия была, там, может, каких-нибудь 5 соток картошки себе посадишь. Какие 5 соток там? Не, ну по здоровью, сколько сможешь-то обработать? Там моя двоюродная сестра, ее муж. А, есть кому помочь сейчас еще, да? Есть кому, да. У меня огород второй. Не маленький, а второй. Короче, он 50
хотят. Тогда уж карай, не карай. Я даже там этих потомочек Ну, так что вот, ребята, вот такая ситуация, как бы документы делаются. Еще мы проверим эту всю херню, там какая готовность. Будем помогать пацанам. Вот Тёмке, за Тёму знаешь, да? Вообще беда, я говорил. Ну да. Все в интернете говорят, все думали, что космос первый поедет. Точно. Вытирай нос. Оказалось вот так. Ну все, ребята, сейчас мы еще пообщаемся. Без камеры, без галстука, так сказать. Спасибо всем, что смотрите. Респект всем, уважуха. Ребят, спасибо, что не забываете меня. И спасибо то, что помните обо мне. Дураки одноглазые. Все, спасибо всем, ребята, на связи.